А в Полтавском горсовете масштабные обыски. Провели их более 100 киевских правоохранителей. Наведались силовики не только в кабинеты, но и в дома полтавских чиновников. Подозревают, что городской голова Александр Мамай и два его зама не по назначению растратили казенные деньги, выделенные на ремонт дорог и уборку города. Заинтересовались делами чиновников после заявления нардепа Сергея Каплина и его соратников из социал-демократической партии. По их словам, руководство Полтавы воровало годами. Первые особи в городе Полтава. Это Олександр Мамай, это Шевченко, это депутаты, которые разом с тем керуют всеми коммунальными предприятиями и распоряжаются всем державным коритом міста и частини області. Лише після звернення, мого офіційного звернення и низки інших моїх колег до генерального прокурора, почалася робота у цьому напрямку. Прокомментировал обыски и генпрокурор Юрий Луценко, подтвердил, что полтавских руководителей действительно подозревают в коррупции, и сравнил их со скандально известным мэром Львова, которого, как отмечает генпрокурор, обвиняют в аналогичном преступлении. Мы подозреваем руководителей полтавской мэрии в певных коррупционных деяниях. Если наши подозри будут доведены, почему полтавского чиновника будет судить обычный суд, а львовского мэра, справу якого я передав НАБУ, буде судити спеціальний суд. Можете мені це пояснити? Чому? Вони однаково займають посаду і, в принципі, підозрюються приблизно однакових правопорушень.